товарищ. Она горит, чтоб люди не забыли, как зло в смертельной схватке победили. Склоните головы в священной тишине, не дайте разгореться вновь в войне. Свечу, как скорби знак, над миром поднимите, и от нее огонь любви в сердцах зажгите, чтоб не угас над миром жизни свет, и люди воинам на земле сказали: нет. Горит свеча, горит, рыдает своим огнем, о каждом вспоминает. Помнят память.
сегодня, в 2017-м, мы в 25-й раз вспоминаем и переживаем этот ужас войны. 40 дней и ночей, вырванных из мирной жизни цветущего города. Мы отпускаем эти дни, оставляем их на страницах летописи. Мы оставляем себе память о жертвах и преклонение перед подвигом города воинской славы Бендеры. Мы благодарим всех бендерчан и гостей города, кто принял участие в акции «Свеча памяти». Особая благодарность Государственному симфоническому оркестру и Приднестровскому государственному хору за концерт «Реквием».
все, мы были. Они уже падают. Да, пожалуйста, посмотрите. Вот так близко не А не знаю, как нам стать? Не у меня, а где? А у меня Все, кино не будет. Как вот так? Это я.